Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим поздравил военнослужащих Сибирского округа войск Национальной гвардии с профессиональным праздником. На торжественном собрании побывали наши коллеги. 27 марта в России отмечается День войск Национальной гвардии. В Малом зале филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное праздничной дате. В зале собрались военнослужащие Российской гвардии всех званий и подразделений, ветераны профессии, курсанты. Все те, кто обеспечивает общественную безопасность и порядок внутри страны. С праздником росгвардейцев поздравил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Дорогие друзья! Сегодня мы торжественно отмечаем 212-ю годовщину Российской гвардии. Верность Отечеству, доблесть и честь – вот было отличительной чертой служения тех, кто называет себя российским гвардейцем. Празднества, посвященные этому дню, начинались нашей совместной молитвой. Когда мы молились пред Господом и просили благословить всех тех, кто исполняет свое воинское служение, за всех гвардейцев, за членов их семей, за родителей, за детей, за ветеранов, которые уже достойно послужили на благо Отечества. Ваша служба связана с готовностью в любую минуту совершить подвиг в защиту Родины своей. А совершая подвиг, не всегда возвращаются люди домой. И мы молились о упокоении тех, кто достойно стоял насмерть, защищая друзей, близких, защищая всех, кто живет мирной жизнью. Еще раз поздравляю вас с этим днем, днем Российской гвардии. И всем вам желаю крепости, душевных и телесных сил в этом нелегком служении на благо нашего Отечества.